Доступности и качества медицинской помощи Ульяновская областная больница получила два новых реанимобиля класса С, которые помогут транспортировать тяжелых пациентов как из отдаленных районов в региональную столицу, так и из Ульяновска в другие регионы. Например, в расположенные в соседних субъектах Федерации крупные медцентры реанимация на колесах оборудована всем необходимым. От аппарата ИВЛ до дефибриллятора. Желтый цвет автомобиля – это автомобиль класса С. Потом, в зависимости от того, так сказать, как больной, так сказать, то есть врач, так сказать, может перейти к пациенту в модуль, то есть реанимационный модуль. Из класса С он может спокойно перейти в реанимационный модуль. Затем, так сказать, класс С, так сказать, более по полной программе оснащен для оказания реанимационной помощи. Общая стоимость спецавтомобилей чуть больше 8 миллионов рублей. Реанимобили уже в ближайшее время будут использоваться для нужд отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи. Кроме того, в рамках нацпроекта здравоохранения Ульяновская областная больница получает новое лечебное и диагностическое оборудование. В рамках национального проекта здравоохранения в 2020 году для регионального сосудистого центра Ульяновской областной клинической больницы будет приобретено оборудование на сумму более 149 миллионов рублей. Это уникальный магнитно-резонансный томограф мощностью 3 Тесла, единственный в нашем регионе, и ангиографический комплекс. Новый ангиограф будет предназначен для сложной диагностики сосудов головного мозга и конечностей. На профилактику сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с высоким уровнем риска, которые находятся на диспансерном наблюдении. В 2020 году из бюджета всех уровней выделено свыше 100 миллионов рублей.